Здесь где-то растет трава, это хорошо. Поехали в эту сторону. Если видишь какое-то движение, скажи. Ветер стих. Хорошо. Тогда совсем нет ветра, плохо, но если он слишком сильный, они сойдут с места, не шуми. Остановись на секунду. Я что-то увидел. Так, ну нам надо лук где-то взять. Лук. Здесь был олень совсем недавно. Откуда ты это знаешь? А как ты только... Мы следим их пешком. Пригнись, двигайся тихо и медленно. Видишь ли ты, вроде вижу или нет? Сосредоточься. Что я сделал? Так, следы сюда. Готов стрелять. Попробуй добыть еще одного. Интересно, куда попал? Где-то в шею, наверное.
Так, а где еще один? А, вот дальше именно туда. Далеко. Да вот здесь из-за елки его. Попал. Молодчага. Все, больше нам не унести. Возьми ту, а я вторую. А, у тебя рука не отвалится. Да не, нормально. На плечо взвалить. О, еще. Так, ну, наверное, стрелы с них можно собрать. Так, давай подойдем. Вот стрела есть. Я понес тушу к лошади. Закинешь ее на лошадь. Ready to head back when you are. Come on then. Let's head back. Boy. Ты молодец, Артур. Этого мяса всем хватит на несколько дней. We need to get there. Come on. Now stay with me, please. What were you saying before? Нашел-то ты их. Я знал, что ты совладеешь с луком. Все гораздо проще, если... Хватит с нас перестрелок. Учитывая, как обстояли дела еще пару дней назад, может, нам наконец улыбнулась удача. Мне кажется, нам нужно сосредоточиться на том, как убраться из этих мест. Люди еще не оправились. И ты видел, как замело повозки. Пока хоть немного оттает. Пожалуй, ты прав. Даже если мы сможем уехать, что дальше? На нас по-прежнему идет охота. Это большая страна. Мы найдем, где затаиться. Дальше с Хози придумают план. Ты обратил внимание, Пирсон пьет, не просыхая. С самого Блэквотера. Мы дали повару 5 минут, чтобы собрать все самое необходимое. А он не захватил с собой ни кружки еды. Хорошо, что мы тут пострелили. У нас много голодных ртов. Еще та девчонка, но... Вряд ли она будет много есть. Ее бешеный взгляд. У тебя бы тоже был такой. Она лишилась мужа, дома. Всего, что у нее было. Что нам с ней делать? Вот выберемся отсюда, встанем на ноги, тогда и видно будет. Может, у нее где-то родня. Так наткнулись на Дрисколов? Да.
Вот уж кого меньше всего ожидали встретить. Что они за люди, эти Адрисколы? Ты не имел дела с ними? Последние полгода мы редко на них натыкались. Наверное, потому что они больше орудовали здесь. Да. Про них ходило много разговоров, но... Уже много лет пытаемся свести с ними счеты. Это большая банда. Злобные ублюдки. Дачи их вожака Кольма связывают давние дела, скверные дела. Это настоящая кровная вражда, я слышал. Берегись. Впереди медведь. Давай поищем обходной путь. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Какой обходной путь? И куда он поехал? За ним ехать? Cut up here, off the trail. Сюда срежем путь. Мы с тобой раньше столько не общались. Сколько мы? 5-6 месяцев? Да что-то вроде того. Наверное, не ожидал такого. Чего? Да всего этого. Что придется бежать в Блэквотере, прятаться здесь. Рано или поздно все должно было пойти наперекосяк. Так устроена жизнь. Я просто думаю, что... Почему ты до сих пор с нами? Почему нас не покинул? Нет... Вовсе нет, я знаю, что ты сам по себе не пропадешь. Каждую ночь гадать, не прикончат ли тебя во сне. Я сейчас почти. Я думаю, тебе бояться нечего. Это меня успокаивает. Да я мог бы податься в какую-нибудь другую банду, но Дач, ты понимаешь, он особенный. О да, еще какой. Он обходится со мной справедливо. Для сына негра и индианки такое в диковинку. Ну, сейчас мы в тебе особенно нуждаемся. Хорошо. Сколько ты уже шатаешься с этими ребятами? Почему ты до сих пор не сбежал? Я-то? Лет 20 или около того. С измальства. 20 лет? Да. Он научил меня читать. И Джона тоже. Он меня многому научил. Он и Хози. Верю. Я обязан ему жизнью. Многие из нас ему обязаны. Потому мы сейчас должны его поддержать. Он нас никогда не подводил. Как тебе новая лошадь? Ничего, пока что сгодится. Спасибо, что разрешил мне тогда взять Тайму. Она сильная. Лошадям тоже пришлось тяжело, как и всем. Я представляю, что Дач будет делать, если что-то пойдет. Да, тоже можно сказать про Билла. Он пьяница и вообще мерзкий тип. Но коня своего обожает. Я как-то попробовал прокатиться на... Он скинул меня. Блин, так интересно вроде и вокруг посмотреть, и читать тоже надо. Так что озвучка этой игре очень бы пригодилась. Так бы смотрел, как кино. Пойду привяжу Тайму вон там. Ребятки, мы привезли вам поесть. И спасибо, что научил меня, как правильно пользоваться луком.
Я лишь показал тебе основы, чтобы достичь мастерства, надо тренироваться. Так, так, так. Just drop it down in here. What a surprise! Какой сюрприз! Я застукал на кухне нашу всем любимую. Разве можно? Мне кажется, мы уже много дней не изо всех сил стараюсь. О, блядь. А теперь сгинь. Увидимся, джентльмены. Вижу, вы отлично потрудились, Чарльз. Ты это заслужил. Боже, что это? Лордский гром, только он помогает сохранить рассудок, ага. И похоже, сходи полежи, Чарльз, через пару дней. Я должен освеживать. Помоги мне, человека с обожженной рукой мало толку. Увидимся. Освежу и там сам того, которого ты принес. Не так уж плохо, мистер Морган. Вас частенько называли мясником. Знаете, можете обменять их где-нибудь или продать в любом городе. Если, конечно, вас интересует законный заработок. Сейчас я просто хочу выбраться из этих гор. Уж поймайте еще что-нибудь. Несите мне. Спасибо, мистер Морган. Черт, первая достойная охота Артура Моргана за столько лет. Да, ну, мы же теперь в бегах. Каждый делает свое дело ради общего выживания. Приготовьте хорошую рагу. Пусть люди поедят. Им крепко досталось за эти дни. Мастер-охотник один. Выслежено 2, убито 3, освежован 1. А это что? Самки белохвостых оленей обитают на территории разных штатов, но преимущественно в Вест Элизабет, Нью-Ганновери и Лемойне. Эти травоядные животные питаются травой, орехами, грибами, ветками и фруктами. При охоте на оленя лучше не подходить к нему слишком близко, поскольку его легко спугнуть. Самым лучшим выбором будет дальнобойное оружие, к примеру, винтовка или лук с отравленными стрелами. Шкуру оленя можно использовать для создания предметов, а мясо употреблять в пищу. Вот. И получается, еще какие-то есть ячейки для животных тут. Снаряжение. Животное, ну-ка, снаряжение. Ну, бинокль понятно. Лампа освещения. Рыба. Банды. Неизвестная банда. Парни Адрискола. И тут все по нулям. Ну-ка, парни Адрискола. Информация о парнях Адрискола. Беспринципных бездельниках из всех жизненных наслаждений, предпочитающих драки, пьянки и шлюх. 11%. Справочник банд, действующих на Диком Западе.
Так, а справочник что это? Полное завершение, это понятно. А, это я все смотрел. Сюжет. Поскольку припасы банды почти закончились и все голодают, мистер Пирсон отправляет Артура и Чарльза на охоту. О, получена золотая медаль. Каждого оленя только одной стрелой. Не спугните ни одного оленя и совершите убийство второго оленя одним выстрелом. Это же вообще отлично. Только что оно дает? Ничего, наверное, не дает толкового. Так, лошадка. Good boy. Там кто-то говорит, надо подойти или покемарить. Ладно, а зачем? Уже той женщине нужно похоронить. Конечно. А там не опасно? Отправь кого-нибудь сообразительного. Ясно. Ладно. Пойду в комнату, что ли. О. Туники выносливости. Привет, Хозе. Привет, Артур. Как самочувствие? Думаю, ты знаешь ответ. Все будет хорошо. Ладно, Артур. Так, вот тут поспать, что ли, можно? Он что-то не хочет спать. Ладно, пока передохнуть. Сильно долго подряд часов неохота играть. Так что потом опять по этой зиме подвигаться. Я помню, там еще какие-то перестрелки были. Или это уже после зимы. Ладно. Еще как-то сохраняется это все, нет? Сюжет, прогресс, помощь. Прогресс — это вот это. Сюжет. О, сохранить надо. Начало исхода 3,7%. Отлично. Ну, по полчаса серии можно делать где-то штучки по 2 в день. Не знаю, сколько это займет. Пару месяцев точно это можно игру проходить. 2-3 месяца. Ладно.